Пробуем сейчас оценить достоинство обеих команд в этом очном поединке. А в атаке сразу же Кассано и подача от линии ворот направлении Тотти. Там много было защитников Милана. Обратили внимание, я не сомневаюсь на этот факт. И вот смотрите, опять в атаке Рома. И момент неплох. А теперь изображение. Мы приносим наши извинения, но это, поверьте мне, за пределами нашей родины. Счет не открыт, 0-0. Матч Рома и Рома-Милан. Рома продолжает. Ну вот Кафу на месте правого защитника. Теперь уже Хавбека. И пас по правому флангу. В пятку мяч попадает. Это маленькие такие хитрости вратарские. Всем, чтобы дать своим немножечко осмотреться. Раз и второе — успокоить соперника. Он штрафной. Пас назад под удар. Кассано пытался свои... Второму полотенке номером мяч убрать для удара под левую, не получилось. Руй Коста пасует направо. Кака смещается дальше почти к бровке у противоположной трибуны. Прическу. Навесная передача. Мяч улетает за... Пас назад совершенно правильно. Это Пелицоли. Нельзя было брать рукой мяч. Он отбивал ногой. И тут же пас на приличном, кстати, расстоянии в одно касание. Очень четко в ноги. Он на половине поля хозяев. Кафу. Пока пас на коротке. Офсайд. Там уже Кафу. Делать нечего. Он может только подойти, чтобы помочь, обыграться, на всякий случай поддержать товарища по команде, владеющего мячом. Ну, а далее по эпизоду. Мы и передача 1, 2, 3. Пас назад, но офсайд явный. И смотрите, раз... Мяч в поле. Кафу его подхватывает. Тут же пытается отдать партнеру, но пас не получается. Гида у мяча. Держал точно. Ну и опять Милан с мячом, что задел ногу кого-то из игроков Ромы. С рикошетью ответил не Шевченко, а как раз... Игроку вместо команды. Федор. Здорово сыграл Кака. Индивидуально. Великолепно. Кафу с мячом. Кака и Андрей Шевченко в штрафной площади. И навес в штрафную там... Трое против двоих. Двое были закрыты напрочь. Но атака Милана продолжается. Еще один навес. Пануччи мяч отбивает. Опять соперник. Опять же туда подача. И мяч наконец-то отбит подальше. Но и тоже не точно. Перевод мяча на правый фланг. Кафу. Отличная передача. Лима перед своим товарищем. Они друзья. Пал. Наверное, сам споткнулся. А судья был рядом. Вне игры. Пас. И... Кафу отдавал мяч Андрею Шевченко. Никаких проблем. Офсайд. И вот, наладив комбинационную игру коротким средним пасом, уже диктует гости свои условия. Пас пяткой. Мяч уже был за... И данными карим. И на него набрасывает туда мяч. Каждый раз или пытается это сделать. Не перебарщивает ли? Как вы думаете? Пас на правый фланг. Андрей Шевченко с правой стороны туда сместился. Втроем атакует Милан. Пас в штрафную атаку. И вот опять-таки все-таки направо вот этому игроку Кафу мяч и отдан был. Кака предложение сыграть стенку на средней дистанции, но проходит только лишь пасом через Кафу. Уже Кака открылся на правом фланге, набрасывает штрафную, а вот здесь напрасно... натиском соперника. И пока что противоядия никакого. Если бы еще и Милан еще точнее бы играл. И Коста Курта не успевал ногу поставить. Но Дида выбрал замечательно позицию. Интер Лечче 3-1. У нас по-прежнему 1-0. Неточная передача.
В общем, много кё, если усиливают линию хавбеков, тут скорее будет или Томази, или Де Росси, смотря что надо. Томази усиливает атаку, Де Росси усиливает оборону. Но пока что об этом не может и мечтать Фабио Капелло, потому как надо отыграться. Гатуза дает мяч по правому исполнению паса и по тому, как развивалась комбинация. Но тут удар не получился. Ну и дальше расстояние было. Поймали игру гости. И вот Тотти на левом фланге. И мяч за боковой. Лима ввел мяч в игру, получает пас от Тотти. И тут же навес в направлении Карио. Мяч у Тотти. Не успел обработать. Пас был в борьбу, но Кака молодец, здорово выбрался. В этом матче он очень прилично выглядит. А Кафу уже дал рывок такой солидный на половине. И устремляется вперед Рома. Проходит середину поля. Корпус поставлен. И мяч отняли у Пануччи. Папареста. Манчини, Тотти. Но Манчини не прав. Как понимали друг друга в это время с Касаной на тебе? Это называется пас в спину. Зейдорф, а направо? Кака. Кусует эту встречу и мяч в игре. Удар поворотом. Такой передачи. Ну, он бил поворотом, не попал. Сейчас Гаттуза с мячом. Манчини, после которого Манчини сбросил мяч на ногу Кассано. И счет стал 1-1. Кафу вел мяч в игру. 24-й и Кассано 18-й. Фабио Капелло главный тренер. Лима под 8-м играл. Карев под 23-м. Милан. В воротах Гида 12-й. Понимаю, что когда будет возможность, он будет подключаться к атакам. Он это умеет, любит. И сознать линию атаки. Это уже Канделя ведет борьбу у Бровки. Давненько мы его не видели. Давненько не играл. Соскучился. Так что ему... И Андрей Шевченко пасовал, но защитник тоже молодец. Сыграл на перехвате ловко. Кафу набрасывает, но дали какой интерес естественный к матчу. Переполнены стадионы, приполнены трибуны стадиона в Риме. Кур перехватывает, Канделя подхватывает и пасует Тотти. Тотти вместо того, чтобы сыграть с Канделя, открыться и получить в него пас, мяч теряет. И в итоге атака, Кафу навешивает, Пелицо, Пирло. Пока что. А может быть, что-то и поменял Карло Анчелотти, предоставив возможность больше Панкару подключаться. Но там надо еще приглядывать за Манчини. Кафу оказывается в офсайде. Молодец, все было так. А сейчас Кака партнеру и дальше уже Кафу. Опять назад. Это за боковой. Канделя. Тотти. Опасный момент. Дакур, Кака, борьба, нарушенный, но не успел подставить. Слишком хорош был удар. 14 мячей, 2 гола Шевченко, 2-1 впереди Милан. Навес, удар поворотом. Ой, какой момент. И второй гол. Посмотрите, удар, вне игры нет. Тем не менее, шанс был. И опять-таки такой технарь, как и ловкий тому же молодой человек Кассано, мог забить нам на экране. А жизнь заставляет Канделя больше все-таки участвовать в игре, потому что он... Пас налево. Опа! Не получилось у Эмерсона. Сыграть на опережение. Тотти. Не забывает перехват мяча. Тотти мяч перехватил. Манчини. Пас налево. Ну-ка, удар. Гол. Нет, не получается. Зейдорф. Кафу. Кошта.
Зейдорф. Кафу. Не было нарушений правил. Зейдорф. Кафу. Зейдорф. И был, помните, я разбирал этот эпизод, когда как он должен был двинуться навстречу и овладеть. Далее. Манчини. Пас на левый край. Отличная передача. Канделя. Против него Кафу. Навес. Пан на 17-е. Посему будем ориентировать. Дакур. Пас налево. Кто там продолжал? Да, там Дель Векио. Если жизнь заставляет Киву куда-то сместиться в центр, значит, Канделя уже работает как... А Кафу все равно, знай, гнет свое. И Зейдорф сюда пришел. Значит, наше рассуждение об изменившемся немножко. Коста Курта. Кафу. Опа! Зейдорф пас! Все делал правильно. Завалили игрока Милана. Штрафной, судья не реагирует. Удар на левый край. Мяч за пределы. И Эмерсон. Канделя. Слишком откровенным был пас. Тут опять борьба. Эмерсон раньше. Опасная игра. Точно. Ударили по ноге Кафу. Замена. Шимич вместо Кафу. Да, был из борьбы, получил повреждение. Да, бы, может быть.